Скажите, а можно ли есть яблоки до яблочного спаса? No, no. No English. Так интересно, вы все знаете. Да нет. Мы с удовольствием съели яблоко 4. Уже нагрешили. Так, где молодежь, тут еще есть. Можно или нельзя есть яблоки до яблочного спаса? До 19 августа, праздника Преображения Господня. Давайте спросим обычных людей. На Преображение, мне кажется, можно кушать яблоки. А до? А до Преображения они еще не совсем поспели плоды, наверное. Но они такие вкусные, поэтому... Сложно удержаться. Зачем удержаться? Пост не ваша тема? Нет, к сожалению, не найду. Помоги Господи. Конечно, можно. Яблоки полезны витаминами. Так, а вы как думаете? Особенно для кормящих мам. Я тоже так думаю. Для кормящих мамами. Не слышали такое? Нет, нельзя. Ну, нельзя? Потому что спас будет яблочный. Тогда можно первый яблочек съесть. Ну, понимаете, поскольку мы не уж настолько канонизированы и оцерклены, то иногда и употребляем. А вообще-то, ну, наверное, правильно. Я тоже не канонизирован, на самом деле. Ну, в общем... Думаем, что правильно. Можно, да? Можно, наверное, да. Вот, но яблоки, я считаю, почему бы нет. Например, попробовать, если надо сначала. Если вполне вкусное яблоко, можно попробовать. Можно, нельзя? Я думаю, что можно. Яблоки вообще надо есть, кажется. Ну, спас. Можно. Честно, даже не знаю. Да. Это да, надо соблюдать. Это как история народа. Да. Ваше мнение? Можно. Можно? Да. Почему? Да. Потому что, ну, как? Можно есть с юга привезти яблоко и есть. Я думаю, что лучше не надо. А потом начать вот прям вот по-нормальному. То, что яблочный спас когда будет, тогда и начнем их на полную программу. Да. А как же церковный запрет, говорят там, бабушки особенно, что нельзя? Ну, мы не очень в курсе. Не в курсе. Да, ну как считаете яблочки, сами? Яблочки – это еда. Это еда. Да. Аминь. Спасибо. Ну, конечно, запретный плод сладок все едят. Это, можно сказать, пост обычный. Как пост, да, воспринимать? Ну, если надо, то надо, если не надо, то... То не надо. Ну, выйти. Ну, это такой очень глубокий, на самом деле, да. Вопрос. Может, это архаика какая-то, как вы думаете? Потому что, может, кому-то нужны в рационе яблоки. Ну, то есть, если человеку прописал доктор, там, я не знаю, что он должен есть железо там. Угу. Ну, он же не может, как бы, себе отказать в том, что ему нужно. Поэтому я считаю, что можно. Я думаю, что это все зависит от технологии и... производства яблок. Ева виновата, возможно, но, наверное, греховному ничего такого нет в яблоке. Не запрещает. Не запрещает церковь, да? Я, честно, не знаю правил, но яблоки кушают. Если очень хочется, то можно. Итак, судя по опросам, большинство людей считает, что яблоки на Преображении есть можно. Если мы обратимся к церковному уставу, то увидим там нечто похожее. Там нет вообще запрета на употребление яблок, а только на виноград. Так что запрет на яблочки до спаса – это русская благочестивая традиция, которая, кстати, касается употребления яблоков нового урожая. Ведь яблоки сегодня круглый год лежат в магазине. Поэтому, в принципе, яблоки старого урожая, прежнего урожая употреблять можно, ведь нет никаких правил на этот счет. Ну, а если хочется попаститься, тем более, если ваш духовник на этом настаивает, пожалуйста. Кстати, как вы думаете, все-таки стоит есть яблоки-то Преображения или нет? Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и на мой канал.